Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Как отрастить брови? Самый частый вопрос. Сегодня я на него отвечу. Чем мазать брови для того, чтобы они росли? Вот чем мазать Glow Grow. Это очень интересный продукт, который клиент должен использовать в домашних условиях. Минимум 30-45 дней. В Glow Grow основных 3 компонента. Первый компонент вы уже знаете, SlashPex, это Produ-400. Это комплекс аминокислот, которые активно встраиваются как в волос, так и в кожу. Что такое аминокислоты? Это первичная структура белка. То есть, если мы возьмем белок и начнем его раскладывать, изначально белок состоит из полипептидных цепочек. Полипептидные цепочки – это совокупность пептидов, а пептиды уже состоят из аминокислот. Вот Produ – это комплекс из 8 аминокислот, которые находятся у нас в волосе. Далее следующий компонент – это Fiber Hands. Это также очень интересный компонент, который восстанавливает ионные и водородные связи. Это именно те связи, которые у нас очень быстро разрушаются под воздействием всего чего угодно, начиная от щелочной среды, заканчивая кислотной среды. Но если их восстановить, то волос становится плотнее. И следующий, третий компонент называется Капилла-Лонга. Капилла-Лонга – это компонент номер один в мире для роста волос. Факторы роста растений из концентрата куркумы Капилла-Лонга богаты пептидами и предназначен для создания оптимальной среды для активизации роста волос. Применять на самом деле очень легко. Просто открываете ампулу, выдавливаете жидкость и наносите на брови. Наносить каждый день, можно утром, можно перед сном, у него абсолютно не масляная база, она очень комфортная, быстро впитывается, классно увлажняет. Очень важно, смывать не нужно. Наносить в течение 30-45 дней. Но вообще в данной ампуле нет никаких гормональных компонентов, поэтому данной сывороткой можно пользоваться постоянно, к ней нет привыкания. В упаковке 10 ампул, одну ампулу вы можете использовать в течение 3 дней, наносить как угодно, хоть пальцем, хоть кисточкой, как вам комфортно. Надеюсь, информация для вас была полезной. Всем пока!